О хоккее, политике и личной жизни медиахолдинг УТВ запускает новое спортивное шоу «Свободный лед». Программа, где можно обсудить все нюансы игры без купюр. Место, где схлестнутся мнения болельщиков и профессиональных экспертов, обсуждения после которых изменится жизнь клуба. На съемочной площадке первого хоккейного шоу побывала Эльвира Хафизова. Мы много рассказывали вам о новой хоккейной программе «Свободный лед». Пришло время узнать детали и раскрыть некоторые подробности концепции шоу. Итак, что же такое «Свободный лед»? Кухня хоккейного мира, тонкости игры и секреты мастерства. Новое шоу на телеканале ОТВ расскажет зрителям то, о чем так долго молчали. «Свободный лед» — не просто передача о хоккее. Это трибуна, где свое мнение могут высказать не только эксперты, но и болельщики. Хоккей не ограничивается ледовой коробкой. Хоккей – это целая жизнь. И поэтому об этой жизни мы будем рассказывать. Это будет элемент ток-шоу, это будет элемент видеосюжетов, которые мы будем снимать специально по ту или иную тему. И, конечно же, живое обсуждение в студии. Ведущий и автор программы «Свободный лед» – бессменный комментатор всех матчей «Трактора» Константин Устьянцев. Он сам бывший спортсмен и о хоккее знает все, может понятно рассказать о сложных схемах и объяснить принцип игры даже домохозяйке. Если вы хотите проверить эти ворота, давайте прямо сейчас их проверим. То есть без лишних дриблингов, дабы не поцарапать наш дорогостоящий так называемый лед. Если направите камеру в дальнюю девятку, надеюсь, я не поврежу реквизит дорогущей камеры, и это будет гол в 9. Специально для шоу была создана новая студия. Все стилизовано под ледовую коробку. В кадре клюшки, шайбы, скамейки запасных, имитация льда и даже настоящие хоккейные ворота в натуральную величину. Заявочный план. Мы берем через ворота, камера проезжает и показывает нам гостей и ведущих. Гости программы – легендарные хоккеисты, ветераны спорта и действующие игроки. Это команда специалистов. Они будут сидеть на скамейке. Их оппоненты, диванные эксперты, располагаются в мягкой зоне. Из приглашенных – участницы группы поддержки, фанаты, медики и даже психологи. Ну, мы собираемся обсудить особенности такие психологические двух тренеров. Тот, который ушел с Кудра, да, и новый тренер Юрзинов. Значит, для анализа использовались данные из открытых источников. Какой он психологический портрет нового тренера? И что ждет команду со сменой руководства? Премьера хоккейного шоу «Свободный лед» в понедельник в 19:45, сразу после выпуска новостей. Эльвира Хафизова, Маргарита Хижняк, Антон Шмаков, Юрий Погоров, ОТВ.